А вы что, вы же фрикс? Классного Лиссабона, города на краю Европы, европейского континента, с прекраснейшей едой, погодой, атмосферой, людьми, природой, зданиями, всякой архитектурой, классной плиткой, опять же, едой. Что могу сказать? Лиссабон классный город. Но для нас он важен тем, что здесь проводится чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу, IBJJF. Для Европы это, наверное, важнейший чемпионат, и для России, наверное, это самый главный чемпионат. В принципе, потому что до Америки долетает далеко не каждый. Там нужна виза, трансклиматический период, бла-бла-бла и все такое. А для Европы до Португалии все могут залететь. Дороговато, конечно, Шенген, но в принципе никакой экзотики. Надо вырезать. Сейчас еще что-нибудь запишу. Попалась, Маша стоит в очереди за кимоно. Поверь мне, я стою не для того, чтобы его себе оставить, а для того, чтобы потом выгодно продать. Продам недорого. Thank you.
боролся, занял 3-е место, рассказывай. Меня зовут Ярослав Блажко, я из Украины, команда ZR Team, город Кропивницкий. Я боролся в весовой категории до 70 кг, фиолетовые пояса. Провел 5 ваток, в полуфинале проиграл 2 балла, получил 3-е место. Результатом недоволен, в прошлом году занял тоже 3-е место в этой весовой, по этим же поясам. Будем работать, чтобы стать первыми. Где твоя медаль? Медаль сейчас могу. А, давай, неси. Вот медаль. К сожалению, только бронзовая. Будем стараться, чтобы в следующий раз была обязательно золото. Давай, удачи тебе. Большое спасибо. А в абсолютку пойдешь? Да, уже записался, самый первый записался, буду ждать. Привет, BGFlix. Захожу, к сожалению, сейчас только через VPN, но всегда слежу. Очень крутой сайт, молодцы, что такое делаете. А, BGFlix, 1000 поцелуев. Как твои дела, как отборолась? Все отлично, отборолась вот вчера. 3 схватки, первые 2 выиграла армбаром, первую вообще буквально секунд за 40, вторую тоже. Но третью проиграла решением судьи. Было по нулям, судья отдал победу не мне. В итоге бронза. Абсолютка пошла? Нет, поскольку мне тренер на пьедестале завязал пурпурный пояс, и координаторы сказали, ты уже в другом дивизионе. Всем передаю привет, всем удачи, всем, кто выступает, еще удачи. Я вас верю. Все красавцы. А вы что, вы же Фрикс? Именно. Мы с Украины. За кого? За Радиола? Да, за Радиола. Отлично, сине-желтый, прям по цвет вам. Прям ваши. Привет, вы же Фрикс. Амина в Джиу-Джитсу Клабе, Шанкан Интернешнл, The Radiola Team, it's good. Поздравляю. Спасибо. У вас еще кто-то борется из команды? У нас борется сенсей. Тренер. Ага. Да. Послезавтра. Послезавтра. Да. И юниор в субботу. По белым поясам. Супер, вам удачи. Спасибо, спасибо большое, всем привет. Чао. Да, БЖЖ это такой спорт, где чемпионами становятся при пустых трибунах. Где все? Где все? Всем надоело, все пошли домой. Папка! Да, это серебряная медаль для сына. Для тебя, сыночка, Ростислав. А всем привет из Одессы, Атос Джиу-Джитсу. У нас сегодня 2 золота и серебро. Вот, гордимся старыми воинами. Будем стараться. Да. Отлично. Моряки вперед, да, Одесса. 44 секунды до конца схватки. Антон проигрывается, один адвентаж. Опачки, опачки, опачки. 6, 5, 4. Отлично. Выжимайся! Раскатывай, 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 раскатывай. Передать приветы. Приветы? Ой, всем приветы. На самом деле, столько людей помогали в подготовке, но в последнее время, конечно, стрела стала домом. Вот. Саня Сак, Дмитрий Геннадьевич и, в принципе, ну, все ребята, как бы все сами все знают, короче. Конкретно называть никого особо не буду. Ну, все, кто до этого прикладывал тоже ко мне руку помощи, всем, конечно, огромное спасибо. 3 года тренировок прошли не зря. И вот. Пока что лучший результат, но, надеюсь, будет лучше. В чате за тебя ты не представляешь, как болели. Зайди, да? Посмотри. Как доберусь до Wi-Fi обязательно. Всем спасибо, кто болел. Так, конечно же, привет, BGG Фрикс. Огромную работу делаете. Посесть. Посесть,
Он будет пытаться ногу взять, захватывай тебя, Антон! Опа, есть! Все, отсюда работаешь, не отпускай, Антон, не отпускай! Не отпускай! Месяца в команде. Нормально он отборолся? Да. Мог лучше, но и так хорошо. Всегда есть куда стремиться. Должен выдохнуть. Машина! Hello, my name is Martin Kip. I'm 22 years old. I'm from the Netherlands. And I've just been second on the European Championships in Lissabon. Is that the first championship, big championship for you? Or? Yeah, it's the first big championship. I've only done two championships now. The one was in Netherlands, and this is my second tournament at all. My origins lies with judo. I'm a black belt judoka, and so that's the reason why I'm a blue belt Brazilian jiu-jitsu. And I came here to learn and to see and to conquer gold. It didn't happen, but there are a lot of tough guys, of course, because it's a European Championships, and especially the Open European Championships. When you go to a tournament like this, you expect people to be very tough, very strong, very agile, very, very qualified. You know, we're all having the dream to get gold, to conquer gold at once. But, right. And are you planning for rematch with Anton? Sorry? Are you planning for rematch? Rematch, yes, of course. We had a rematch. Yeah, well, you both were tired. Yes, well, we had a rematch. It's pity that we both signed up for the open class, and it is very pity that, we had to fight the first round straight away each other, but maybe next time, yes. Hello, BJJ freaks. Thank you very much. Ойл-чек, Лена, ойл-чек. Ойл-чек немедленно делать. О боже, они его сейчас делают, правда? Все. Мне шутки плохи. Браво, окей. Что это?